السحر هو أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله. Колдовство является самыми большими вратами призыва людей к ширку. لأن الساحر كافر كفر أكبر. Потому что колдун является тем, кто вышел из ислама и совершает большой куфр. ويريد من الناس أن يعبد الشيطان حتى هو يرتفع عند الشيطان. И он желает, то есть колдун от людей, чтобы те поклонялись шайтану, чтобы выше и выше занимать свое положение у шайтана. لا يمكن أن نأتي السحرة. Поэтому нам запрещено ходить к колдунам. نصدقهم. Верить им запрещено. إتيان الساحر الآن أصبح في هذا العصر سهل جدا. В наше время очень легко прийти к любому колдуну. يأتيه يجالسه. Он приходит, сидит с ним. يرسل له رسالة. Посылает ему письмо. أو رسالة عبر الجوال. Или же через интернет посылает, через соцсети. أو عبر SMS أو الجوال أو WhatsApp أو Telegram. Будь это SMS, Telegram или WhatsApp, может связаться с колдуном. هذا كله اتيان للساحر. Все это является путями, приводящими колдуну. أو القنوات التلفزيونية يدخل عليها. Или же приходят колдуны, выступают на всяких телевизионных каналах. أو يدخل على مواقع السحرة في الإنترنت. Или же человек заходит на сайты колдунов. هذا جميع هذا هو اتيان للساحر. Все эти пути считаются посещением колдуна. إذا اشترى المجلة التي فيها الأبراج. Если человек покупает газету, в которой упомянуты гороскопы. فتح المجلة هكذا. И откроет эту газету. أتى كأنه أتى الساحر. То есть как будто бы он пришел сам лично к колдуну. قراءة الكف. Чтение точно так же, допустим, гадание по руке. قراءة فنجان القهوة. Или же гадание по кофейной гуще. عندنا يقول التنويم المغناطيسي. То есть некоторые говорят, допустим, засыпать под гипнозом. يقول أيضا يعني ألعاب خفة يد أو سحرية. Или же говорят о фокусниках. جميع هذا من السحر. Все это считается колдовством. فأدخلوا علينا أنواع للسحر دون أن نشعر ودون أن نعرف أنها سحر أو إتيان للساحر. Вот таким вот образом нам предоставлено колдовство в таких вот видах, а мы даже не подозреваем, что все это является колдовством или же посещением колдуна. دخل على القنوات, اشترى المجلة. Вошел на канал какой-то или купил себе газету, в которой гороскопы. أرسل رسالة. Послал послание колдуну. هذا لا تقبل له الصلاة 40 يوم. Если ты все, что было перечислено выше, сделаешь, то 40 дней у тебя не принимается молитва. يصلي. Молишься. أجر الصلاة يذهب كفارة للذي أتى. Награда за твою молитву будет искуплением за тот страшный грех, который ты совершил. لو صدق هؤلاء في كلمة واحدة. А если же ты поверишь хотя бы в одно слово. كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. То становишься неверующим в то, что было ниспослано Мухаммаду صلى الله عليه وسلم. قد لا يصدق اليوم الآن. Да, может быть, ты сейчас услышишь, сейчас не поверишь. يعني أقرأ في الأبراج. Допустим, читает какой-то, например, гороскоп. نعم, وبعد أيام يحدث له شيئا مما قرأ في هذه الأبراج. Через несколько дней с ним случайно произойдет то, что он прочитал в гороскопе. يقول هذا الذي قرأت في الأبراج. И он говорит, действительно это читал в гороскопе. هنا نسأل عافية السلامة كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. В этот момент этот человек становится кафиром в то, что было ниспослано Мухаммаду صلى الله عليه وسلم. إذا المسلم الموحد المحقق للتوحيد لا يمكن يصنع هذه الأشياء. Поэтому мусульманин единобожник тот, который воплощает в себе единобожие, ни в коем случае не должен иметь отношения к подобным вещам. هذه من الشرك. Потому что все это является ширком. والله أعلم.